В рамках модернизации нашего предприятия, также переоснащения, перевооружения наших цехов производственных, нами был приобретен этот станок. Это полировально-шлифовальный центр мультигренд фирмы ХААС, который оснащен современным системой ЧПУ производства компании Siemens. И в настоящий момент вся финишная обработка наших изделий, в том числе керамического узла задвора ДУ-50, производится на данном оборудовании. Производим обработку, шлифовку с керамических сёдел, которыми оснащается наш узел затвора ДУ-50. Керамика достаточно сложный в обработке материал, поэтому очень сложная оснастка используется для данного вида оборудования, и обработка керамики производится алмазным инструментом. Данный станок очень обладает высокой точностью и позволяет производить обработку изделий до 0,02 миллиметра. Данное оборудование позволяет производить изделия с условным диаметром прохода от 25 миллиметров до 100 миллиметров. В частности, данный станок позволяет производить обработку изделий с условным диаметром прохода ДУ-100. В рамках нашей программы развития и расширения объемов производства мы готовы расширять нашу номенклатуру, не ограничиваемся данным изделием, готовы рассматривать диаметры, внешние диаметры, условные диаметры прохода большим номиналом. Также в ближайшее время планируется приобретение еще как минимум 2 8-координатных токарных центров, которые позволят нам производить как керамические узлы затвора, так и штуцера больше номиналом для дисковых задвижек. И готовы всегда рассмотреть любые предложения от производителей запорной арматуры, от конечных потребителей по освоению новых изделий, по расширению нашего номенклатурного ряда.